Здравствуйте, меня зовут Зусик. Сегодня мы играем Project Zomboid. Остановились мы вот в этом доме, и я бы хотел сказать парочку новостей, что со мной вообще там. Вот, первое, почему так и видео в последнее время мало. У меня сейчас экзамены, поэтому я немножечко, у меня времени не хватает. К сожалению, так музыку сейчас я отключу. Вот. И по поводу ереси, она будет уже очень скоро. Мы уже отобрали идеи. Вот. Поэтому все должно быть... Что за... Почему я играю без геймпада? Все должно быть просто замечательно. Вот. Так, у нас журнал имеется. Да давайте уже все начнем тогда. Так. Я тут... Знаете, вот только что я смотрел... Это шутка, да? Только что я играл с клавиатуры несколько минут, и там в бакпаках было места побольше, чем в версии с геймпадом, и что-то причину мне непонятно, какого фига так. Теперь у меня переполнен рюкзак, ну и шиш с ним. Вот так, давайте, значит, интеракт, так, пей. Почему он махает этим оружием, когда я просто пытаюсь что-то... Что, тяжело с чипсами в руках? Да, ему тяжело с чипсами в руках. Так, все, можно идти дальше. Так, как я понял, я давно не заходил про Zomboid. Как я понял, остановились мы в этом доме, да, в котором мы будем баррикадироваться. Ну что ж, окей, у нас 7 часов 50 минут, и я думаю, что время искать что-нибудь классное. Так, погнали. Пум-пум. Так, я уже забыл управление немного. Что это было? Вы слышали хруст какой-то? Так, ладно, забыли. Так. Почему-то у меня 20 FPS, может, обнова такая была, которую я не знаю, но мне не нравится 20 FPS. Так, чё ж такой? На, по щам, бейсбольная бита, палыча. На, получай. Держи. Оп, 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 а, давай. Я уж и забыл, как долго тут их ебашить. Так, окей. Надо не забыть, что вот этот дом наш. В этот раз я далеко от него отходить не буду. Так, так, открываем окно. Хотя, может, дверь открыта? Да, конечно, да. Дверь открыта. Насчет будущих обновлений Project Zomboid, я узнал то, что, например, здесь с геймпадом ничего не сказано, будут фиксить или нет. Хотя есть что. Вот. Да блин, так и думал. Первое, самое главное, наверное, то, что добавят несколько видов оружия, добавят собак, несколько фиксов по поводу инвентаря, но я не в курсе, что там за фиксы. Вот. Главное, конечно, это собаки и оружие. Оружие там автомат, то есть штурмовая винтовка, снайперская винтовка и граната. Как они будут реализовывать снайперскую винтовку, я вообще не представляю, потому что, ну, как бы в игре с видом вот таким вот, да, стратегическим, я не представляю, как использовать снайперку можно. Гранаты, я не уверен, что от нее будет много смысла, потому что если бы она, например, могла бы, я не знаю, дома разносить, то было бы вообще замечательно. Мне кажется, что они такое не смогут сделать. Ну, посмотрим. Если сделал, будет вообще замечательно все. Так, сейчас поменяем бакпак. Так. Вот так. Тут, я думаю, ничего у нас важного нету. Не, ничего нет. Можно, я думаю, сразу даже на второй этаж идти, особо тут не париться. Книги. Ну, можно. Охренеть, книги весят. Тяжелый груз знаний. Ага. Так, это закроем. Ничего нет. Оп. Нет. Не надо тут спать. Блузка. Нет. Еще будет зомби. Зомби! Нет, нету зомби. Ну и хорошо, не люблю, когда зомби в домах встречаются. И... Ух ты ж. Я вообще не представляю, как можно бороться с зомби в доме. Это адово. Там такой блоч. А почему тяжело? Что? А, пацан, а что, собственно? Так, ладно, давай вот это вот убери. Выкинь. А, окей, он... Квети, почему-то эти щит
Находится у меня тут. О, put in container. Ок. В принципе, вот так довольно-таки удобно, да, перекладывать уже. Нам легче, чем, ну, вы поняли, чем то, как я делал, то есть там выбрасывая на пол. Так, намного быстрее. Так, что у нас аккуратненько так идем. Тут ничего нет. В таком вот, в такой комнате зомби появляется, это просто. Это же просто. Ну, а, тюш, ё-моё, там три человека. Чё они вообще в туалете забыли? Что за пидоры, господи. О, мать их. Вот это было страшно. Вот это было, черт подери. А яр просто тысяча чертей. Так. Кстати, давайте все дружненько поздравим Леду с последним звонком. Он буквально недавно был. И удачи написать остальные ЕГЭ. Вот русские там написали 27 числа. Нужно, чтобы все было прям супер-пупер. В общем, пожелаем всем все удачи, успехов. Всего, чего можно. Так, тут что у нас? Зажигалки, нам все не надо, какие-то стаканы. Я на самом деле без понятия, нафига нужны все эти стаканы. Наверное, там, я не знаю, кофе делать и так далее. Но, по-моему, можно просто из чайника пить. Если это, конечно, делали не англичане, англичане такое не позволят в своих играх. Нужно будет обязательно иметь при себе лыжечку, стаканчик, там, блюдечко. Стакан без блюдечка – это не тот стакан, который нужен. Стакан без блюдечка – это просто, наверное, я не знаю, канцелярская принадлежность. О, жилетка, я видел жилетку. Что, йо-йо? Йо-йо? Что? Какое йо-йо? Ё-моё, о чём ты говоришь? Ладно, ладно, ладно. Я не понимаю, нафига в такой игре нужно йо-йо? Так, я где-то тут что-то видел. Однако ж... Так. Очень тесный туалет. Пустой. Нет, не пустой. Вот тут есть вот такая вот хреновина. Хреновина. Я забыл слово простыня, наверное. Так, что здесь? Пистолет! Ох ты ж, ёшкин кот, а! Пистолет! Это же пистолет, ребята! Пистолет! Андрей, смотри! Но у нас все равно пока у него нету патронов, поэтому просто его положим. Охренеть, откуда здесь пистолет? Просто положим его в контейнер. Если что, сейчас домой вернемся, посмотрим, может, я куда-то там положил патроны. Хотя, что-то я в этом сомневаюсь, что у меня они вообще есть. Спички, что-то там. Ба-ба-ба. Нет у меня патронов. Я думаю, найти их, в принципе, несложно, потому что патроны-то везде валяются, в отличие от самих пистолетов. Идем дальше. Так, подождите, там, может, назовем говорить, что есть. Нет. Да, да, есть. Там есть зомби. Кто тут еще может быть, кроме зомби? Зомби везде, да. Зато мы нашли майку. Прикольно. Так, аккуратно. О-о-о! Что это вообще? Это как? Ах ты ж, блин, не-не-не-не-не-не. У меня аж FPS просело, блин. Ох ты ж, ё-моё, а? Ох, блин, ладно, они еще не погнались, а так бы это вообще, наверное, было бы последняя серия. Нет, я так играть не хочу. Мало экшона, конечно, но лучше его пусть будет сейчас поменьше, чем вот это. Да, закрыто. Ну, я верю, там что-нибудь есть, мне кажется. А впрочем... Ох! Что вы тут забыли вообще? Блин, нифига себе! Да проберись-то! Ох ты ж, блин, чё они забыли втроём? Как эта орда сюда переместилась? Как они сюда переместились? Что за бред? Откуда они тут взялись? Откуда они тут взялись? Откуда? Откуда, блин, ё-моё? О, чёрт, я ж сейчас умру, наверное. Надо подняться на второй этаж. Ох, блин. Ох, ё-моё. Обрабатывать раны, да, конечно. В туалет. А можно, кстати, промыть, типа? Да хватит не писать, ё-моё, тупой Арн. Так, инвентарь.
Посмотрим, что у нас есть. Тут давайте, например, что-нибудь из вот... Вот, Rip Bandages. Они стучатся в двери, естественно, хана, скорее всего. Я не знаю, что нам делать. Так, бинтуйся. Блин, я сейчас не смогу нормально драться. Смотрите, сколько у меня дебафов. Кровь идет. Сильный перелом. Сейчас, подожди. Так, кстати, попить. Я умер. Все, замечательно. Отлично, да. Конечно, ё-моё. Да. Конечно, я убил одного зомби. Одного, это вот это вот, который вот этот вот валяется, вот тут вот, еле-еле его полчаса долбил потом. Какого фига, их там было трое в этом сраном сарае, это же сраный сарай, блин, да откуда там могло появиться три зомби, господи. Все, до свидания, с вами был Суслик, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Еще раз скажу, что скоро 11-я ересь, ну а я пошел готовиться к Ге, всем пока.